в Голливуде. Марусечка в гости до нас прийшла. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый ранок. Був. Отличная погода, прекрасно вы выглядите. Слушай, ну только не тренди, что не страшно. Вам могу сказать всем тем, кто нас слушает не в Москве. Москва сегодня прекрасна. В Москве 9 месяцев грязь. Голубое небо. Видимо, будет очень жарко. Ох, я бью жары. Но я столько не выпью. А я сейчас о погоде. А я говорил, ну, накатили лишнего. Ну, идите спать. Потому что политически, сказать, в мире сейчас каждый день жарко, несмотря на сезон. Натуральная белка. На мой взгляд, как мне показалось. И что УЗИ показало? Маниакально-депрессивный психоз с ярко выраженной алкогольной деградацией. Мне кажется, это символ. Это вам так кажется. Кстати говоря... Кстати, о чем вы? Я хочу сказать... что я немало наблюдала похожую и немало об этом читала. Да? А ты мне, Машенька, по-другому казала. Что-то я видела сама, потому что жила в Китае, и работала в Нью-Йорке. Это извилист путь работника искусства. Но я вам хочу сказать, я видела это, так сказать, эти масштабы все. Ты себя в зеркало ты видела? Ты ж страшная, ты на мужика похожа. Потому что к, так сказать, красоте цветка... Все еще только квиточки. Вот, например, в Солнечногорске есть завод по производству, вы не поверите, что-то вроде сетки металлической. Да ты что? Что, серьезно? И это будет так интересно. Интересно как? Андрей, я прошу прощения за такое романтическое начало. Слухай. Ніколи б не могла подумати, що Маруся не любить говорити. Я теж. Ну, хотілося об этом теж поговорити. Що ти хотіла? Хочеться поділитися з усім світом цією красотою. А це з якої радості? Я уверена, что каждая женщина ждет свою ветку сирени весной. Тебе сказать, как женщина женщине, сейчас брехать. В общем так, Машенька, если ты нас бачишь... Вот видите, как интересно? Я давно об этом думала. Господи, прости. Про что ты думаешь, Манька? Да, эта тема действительно тоже очень интересная, творческая, романтическая. Про что с тобой говорить? Туда-сюда и тема закончилась. Давайте перейдем к международной такой вот повестке. Давай. Очередные заявления Эммануэля Макрона. И он говорит о том, что ВСУ нужно разрешить бить по объектам в России. Избиение или избиение? Правильно, побытия. Вы мне предлагаете от цветов перейти к баранам. Машка Козадрана! Ну, назовем это так, к французским. Тебе французскую перекласти. И послали нашу Машку вслед за российским кораблем. На! Уже поняли, Вася, поняли.